Консультативное заключение. Пациентка 1987 года рождения. Дата исследования 02.09.2018. Область исследования МРТ головного мозга плюс МР ангиография плюс МР венография. Внутривенное контрастирование не использовалось. Протокол обследования. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2В. Очаговой патологии головного мозга не найдено. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 4 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмальная силярная область и структура задней черепной ямки без МР-признаков патологических изменений. Миндальная мозжечка расположена ниже уровня большого затылочного отверстия на 4 мм. Возрастная норма. Архитектоника коры не нарушена. Проекции мозгово-мозжечкового угла, корешки 8 пар ЧМН прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Еремные вены не симметричны, справа шире, вариант нормы. Образование в этой области не найдено. Придаточные пазухи носа свободны. При МР-ангиографии сосудов артериального круга мозга, полученной методом 3D-ТОВ, участков стенозов, аневризм и мальформаций не найдено. Велизиев круг замкнутый. При МР-венографии тромбозов и стенозов дуральных синусов и магистральных вен не найдено. Еремные вены несимметричны, расположены обычно. Гипоплазия левого поперечного и сигмовидного синусов. Заключение. Патологии головного мозга не выявлено. Врач, профессор Холин А.В., заведующий кафедрой лучевой диагностики СГМУ имени Мечникова.